«Политические горизонты 2019. Чебоксары приняли первый межрегиональный съезд молодых парламентариев. Самые активные молодежь из 13 регионов Приволжского федерального округа обсудили с Михаилом Игнатьевым актуальные вопросы. Инициатором встречи выступил молодежный парламент при Чебоксарском городском собрании депутатов». Общение главы в режиме свободного микрофона с молодыми политиками прошло, как говорится, на одном дыхании. Вы делаете великое дело, и вы вовлечены по своим интересам в эту такую творческую работу. Начинать менять мир нужно с себя, когда ты не только обозначаешь проблему, но и находишь пути ее решения. Это и есть личная ответственность. Гражданское общество выстраивается во многом благодаря таким неравнодушным людям, считает глава Чувашии. Иногда не экономическими мерами решается та или иная проблем, а именно воздействие, разговоры с людьми, когда ты своим личным участием поддерживаешь людей. Вот это, наверное, впечатлило. Прямой диалог с властью, говорят парламентарии, дает возможность примерить на себя не только деловой галстук, но и оценить собственные возможности. Этот форум должен дать молодежи мотивационный заряд, чтобы приехать к себе в регион и понимать, что еще очень много проблем не решено. Это дает стимул, это дает заряд. Это самое главное. Молодежи очень важно чувствовать, что ее поддерживают. Если это на самом деле дает вам дополнительную инициативу и вовлеченность молодежи, молодежь мы верили, верим и будем верить, то возьмите будущее России, Чувашии, свои руки. Вот еще. 14 молодежных парламентов в стране обладают правом законодательной инициативы. Участники съезда выступили с предложением наделить таким правом и молодежный парламент Чувашии. Нам необходимо тесно с молодежью работать. У них много идей, рациональных идей. Необходимо с молодежью заниматься, да, им нужно больше времени уделять. Им необходимо представлять такие площадки, где они могут самореализоваться. Профориентация школьников, поддержка молодых специалистов, сохранение национальной культуры и родного языка. Молодые парламентарии с увлечением говорили о том, что им интересно. Обсуждение продолжилось в Доме дружбы народов. Говорили об успешных примерах реализации региональных программ и о том, что нуждается в улучшении. Для нашего региона перенимать опыт, то повышение уровня жизни муниципальных районов, рекультивация мусора, уборка мусора, то есть чтобы город и мой регион становились чище, лучше, так же, как и в Республике Чувашия, город Чебоксаров. Очень правильный подход у правительства республики в данной сфере. И еще об одной важной инициативе, прозвучавшей на съезде. Вся страна готовится отметить 75-летие со Дня Победы. Ребята планируют организовать в регионах ПФО исторический тест, чтобы понять, что мы помним, что для нас ценно. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Бахтияр Велиев, Республика.